Абрашкиной Зимовки, рожден Смирнова Сергея, Актинский район, принадлежит Миронову Юрию, село Миронова, или тренер наедине второй категории Миронов Юрий. По вторым номерам серый жеребец секундант от кадра Истики, рожден в хозяйстве Возрождения города Красноуральска, принадлежит крестьянско-фермерскому хозяйству Динурова, село Южаково, пригородный район, едет наездник первой категории Кривозубов Дмитрий. Под третьим номером гнедой жеребец Стержень от железного посыла и сводки. Рожден в конном заводе «Урожай» Пермский край, принадлежит Васильеву Алексею, поселок Верхняя ССР. На стержне выступает наездник первой категории Сергей Васильев. При идеальном равнении старт машины заводит лошадей к старту. Отрывается до 50-50. Внимание! Со старта с небольшим преимуществом повел базар, здесь же вторыми колесами секундант, третьими колесами стержень. Лошади дружно приняли старт, и на входе в правый поворот впереди с небольшим преимуществом базар. В спину ему встал секундант, в колесе у секунданта стержень. Дистанция длинная, и очень важно для наездника правильно рассчитать силы лошади, чтобы ее хватило не только на дистанцию 3200, но и на финишный бросок. К отметке первой четверти впереди базар. 38,3 секунды первая отметка дистанции. Лошади вытянулись в одну линию. Впереди базар, на второй позиции секундант, на третьей стержень. Борьба больше, конечно, тактическая, чем резвостная. Бросок по дальней прямой сделал секундант, желая навязать более резвую езду соперникам. Стержень. Определился на вторую позицию в колесо к базару. 36,6. Вторая четверть за базаром 36,6 секунды. На второй позиции стержень, здесь же секундант. Лошади проходят левый поворот очень плотной группой. Впереди с небольшим преимуществом базар. Вторыми колесами стержень. В спине у базара секундант. Лошади подходят к отметке третьей четверти. Третья четверть за базаром. 36,3 секунды. Лошади завершают первый круг дистанции. Первые 1600 метров идут очень плотной группой. Впереди базар, на второй позиции стержень, на третьей секундант. Четвертая четверть за базаром. 2,22,3. А четвертая четверть сколько была? 31,4. Да ну! 31,4 четвертая четверть дистанции, 2 минуты 23 секунды, первая половина дистанции 2200 метров. Лошади продолжают двигаться по дистанции такой же плотной группой. Всю тяжесть бега взял на себя базар, но не выпускает совершенно из поля зрения его стержень, пытается в образовавшуюся прореху пройти секундант. 35,8 секунды. Очередная отметка дистанции за базаром. Базар несколько оторвался буквально на одну запряжку. А в борьбе за второе и третье место стержень и секундант. Лошади подходят к отметке очередной четверти. Впереди базар, который не уступает своей лидирующей позиции соперникам. Тридцать две и три секунды. Очередная отметка дистанции. Бег по-прежнему ведет базар. Буквально на пятки ему наступает стержень. Секундант оказался несколько зажат в коробочку. Лошади подходят к отметке предпоследней четверти. Впереди базар.
32,8 секунды. Предпоследняя отметка дистанции. Лошади вышли на финишную прямую, и бросок делает стержень. В спине у базара стержень, и лошади подходят к финишу. Впереди базар. Внимание, финиш.